ждем еще пару минут, начинаем. Я пока общий вопрос задам, а кто знает, что такое Яндекс Вертикаль? Половина, да? Я рекламирую немножко сервис пока. Яндекс Вертикаль, мы вообще в Яндексе пришли к стратегии формирования бизнес-юнитов, вот, чтобы придать некоторую самостоятельность бизнес-единицам. То есть у нас долгое время мы существовали как отдельные сервисы, там Яндекс Авто, Яндекс Работа, даже некоторые ребята там работали в них. И проблема была в том, что любые наши действия на фоне успехов там, большого поиска или на фоне там, заработка, при заработке, они абсолютно теряются. Вот. И мне кажется, мы сделали очень правильную вещь год назад. Мы подразделение, в которое мы верили, что они могут сильно вырасти, будучи самостоятельными, мы решили их в отдельные бизнес-единицы, и так сформировалось три бизнес-юнита. Это Яндекс Вертикаль, в котором, собственно, мы находимся, мы объединили туда классифайды и путешествия, то есть это Яндекс. В первую очередь, это платформа, наш продукт Вертикаль. Объединились Яндекс Авто закрыли, как бренд, да, то есть на работу перенесли вот так, то есть объединили два сервиса. Яндекс Работа, Яндекс Недвижимость и Яндекс Путешествия. Яндекс Путешествия не совсем классифайд, но так исторически сразу, что оказался там же. Вот, и еще два бизнес-юнита, это Яндекс Такси, все их пользуются, надеюсь, да? Нет? Попробуйте. Мы тут недавно, у меня последний раз реклама, мы стояли с двумя моими друзьями. Значит, ехали из бара домой в разные стороны города, в Питере. И, значит, я открываю Яндекс Такси, они открывают один Uber, другой Get. Я спрашиваю, а что вы там Uber, где там Uber? Я говорю, дешевле. Ну, второй говорит, Витёк мой, там, однокрупный, говорит, нет, вообще, я дешевле, Яндекс Такси даже не стал, он дорогой. Вот, и, значит, мы проверяем, какой тариф, и оказалось, что Яндекс Такси экономит там на 60 рублей дешевле. А с какого телефона? Да, давайте поехали, уже мне кажется, время наступает. Я все буду ловить. Тема телефона. Да, давайте пройдем в доклад. Придем. Вообще-то у меня в процессе работы над моими проектами, я в какой-то момент, я сейчас расскажу, какой, я задумался над важностью вовлеченности команды разработки продукта и над тем, как с этой вовлеченностью работать. И про это, про свою эту боль я хочу вам рассказать. Вот, я уже говорил. Значит, начну с того, как мы делали Яндекс Путешествия. Значит, вообще, я вот когда делал Яндекс Путешествия, я про вовлеченность не думал совершенно. И это хороший признак. Если вы не думаете про то, вовлечены у вас, значит, ребята в разработку или нет, значит, у вас все отлично. Вот, и можно над этим вообще не размышлять. Мы там, запускались как стартап, все сидели в одной комнате, у нас было там два бэкэнд-разработчика, один фронтендер, там один дизайнер, один менеджер, один там контент-менеджер, и мы все это вот маленькой-маленькой командой с нуля поднимали сервис, имели жесткий дизлайн, понимали, зачем мы это делаем, что мы там мечтали создать продукт, которым мы сами будем пользоваться, в котором ты в одном месте сможешь сравнить там стоимость тура и самостоятельной поездки, а не ходить там отдельно на Booking, там на сайт многих туроператоров, на всех остальных. И как бы это общая цель нас объединяла, челлендж, связанный с тем, что мы хотим сделать удобный продукт, который мы сами хотим пользоваться в ограниченный срок, как в общее видение, и все были максимально увлечены, там, фигачили, там, я там, ну, занимался там менеджером, когда там было все понятно с требованиями и со всем остальным, с работой с партнерами, я там помогал ребятам разрабатывать что-то, ну не продакшн, а что-то им готовил, какие-то данные там. Знаете, у нас есть несколько кредитных разработчиков, я там, ну, шутили, что я работал разработчиком второго кредита, стажером, помогал им что-то делать. Вот. И, собственно, я над вовлеченностью, ребят, даже не задумался, исключение того, что у нас было в какой-то момент там команда потом расширялась, и у нас там два фронтенд-разработчика, которые были не очень вовлечены, единственные два разработчика, про которых я думал, что как-то они не очень вовлечены в продукт, они просто уходили со временем с команды. Ну, то есть, когда у вас появляются такие люди, шанс того, что они у вас там, с вами надолго останутся, он невысокий. Вот у меня вот 100% был такой результат. Ну, вот в этом проекте. Вот. Потом случилась история с тем, что я пришел в недвижимость, там немножко все сложнее. Потому что, почему? Потому что команда, ну, во-первых, я там не со всеми вот, с нуля начинал, да, делал проект, я там многих всех внутри компании знал, с кем тоже успел поработать. Команда существенно больше, мы в одной комнате не помещаемся. С коммуникациями, соответственно, хуже, вы там не все ходите вместе на обед, в отличие там, от предыдущей команды. Вы не каждый день общаетесь, там не как бы. Проект уже давно, он при этом еще и не лидер рынка, то есть там занимает там, второе-третье место, да, там, в зависимости от региона. Хотя у нас там есть один крутой продукт, это новостройка, в котором мы считаем, что мы там самые лучшие на рынке, и с точки зрения доли рынка, которую мы измерим, и с точки зрения продуктовой ценности, которую мы пользователь несем. И там я как бы существенно стал задумываться и над вовлеченностью, и над тем, что мне, может быть, не хватает некоторых компетенций для того, чтобы как бы, эту увлеченность вообще более эффективно управлять такой командой с точки зрения мотивации, и лидерства и так далее. Вот, и я стал думать, значит, что же делать? Вот, и значит, задался вот таким вопросом, и как вы думаете, что я стал делать? Значит, я пошел на Coursera. Вот, и, может быть, это самый лучший совет, который я вам дал за эту сессию, вот, вы можете сфотографировать этот слайд и дальше не слушать мою презентацию. Вот, потому что это, наверное, лучший курс по менеджменту, который я вообще слышал за
ну, за все время. Я довольно много при этом читаю там книг и там довольно часто изучаю Coursera. Ну, это там один из лучших курсов. Ну, по программированию там тоже есть хороший, достойный курс, но по Matterport я лучше, честно говоря, не видел. И значит, это курсы, кто-то проходил их? Есть люди, которые это уже смотрели? Да, по такому же мнению, или нет? Вот. Значит, что мне понравилось, это, значит, Мичиганский университет. Ребята сделали специализацию Leading Project and Teams. И курс устроен так, что обычно по менеджеру там есть какие-то гуру, они что-то рассказывают, да? А эти ребята, они на самом деле очень много делают сами исследований и знают про те исследования менеджмента, которые проводятся, в зависимости от того, как устроен проект, как устроена команда, они создают разные там симуляции в исследованиях, тратят на это очень много денег, и потом у них прям есть очень хорошие выжимки, что работает, что не работает, в зависимости от того, какой у вас бизнес или как у вас устроена команда, насколько у вас сильная специализация, насколько вам нужно сильные инновации там стимулировать и так далее. И в зависимости от этого там должна быть разные структуры, разные системы мотивации и там разные другие истории. Это прям вот курс, после которого, несмотря на достаточно большой опыт в менеджменте, я после этого оттуда прям выписал какие-то вещи, которые я стал применять в рабочей деятельности там регулярно достаточно. Ну, наверное, не все, но это есть куда стремиться. Вот. И, значит, одна из вещей, которую я там увидел, там был пример одного исследования про увлеченность. И был очень классный ролик, они говорили про то, что увлеченность это очень важна, да, и при этом очень во многих компаниях существенный процент работников не увлечен, сейчас мы увидим какой, тут очень крутое видео, которое прям меня поразило, давайте посмотрим. Оно заработает? Сейчас не забуду. Thank you.
Да, ну, в общем, я посмотрел это видео, я не знаю, поразило ли оно вас, оно меня очень сильно поразило тогда, я вот прям запомнил, знаете, завел все себе фавориты на YouTube, вот, и задался вопросом, наверное, потому что там были какие-то советы, да, и я задался вопросом, как сделать так, чтобы люди, которые работают у меня в команде, они там стали более активными в том, как они там предлагают фичи для продукта, стали переживать там за наших пользователей и так далее, потому что это продукт, ну, которым они сами могут пользоваться раз в 10 лет, и, соответственно, задался я этим вопросом, и мы стали придумывать какие-то истории. Вот, и в том числе, вот, в процессе того, как я про это думал, уже посмотрел когда это видео, у нас один мой друг Саш Шубин, кто вы здесь знает, он уехал из Яндекса тоже, он уехал учиться в Беркли на MBA, вот, и он в процессе учебы в Беркли пошел на стажировку в компанию Zillow, это американский лидер там рынка недвижимости, и так, ну, дальше так получилось, и я позвонил, мы стали, как бы, обвинился с ним опытом про то, как у них там устроена продуктовая работа, и что они делают, он рассказал про очень интересную практику, которую они там делают в Zillow, есть такое понятие как Innovation Week. Это такая неделя хакатона, в которой есть простые правила. Любой сотрудник может делать все, что угодно на этой неделе. Там люди самоорганизуются в команды. Расписание этих недель известно там 2 или 3 в году, по-моему, 3. Вы примерно за там, полгода или на год вперед узнаете, когда это будет, вы можете готовиться к этому и, соответственно, там делать вот такие истории. Я как бы подумал, что нам бы круто такое сделать. Вот, пошел обсуждать с нашим HR-партнером, у нас очень классный HR-партнер, вертикали прям, вот лучший HR-партнер, который я видел за все время, пока я работал в IT. И она как бы говорит, что давай мы совместим эту историю с сессией брейншторминга, потому что мы там, ну, с командой регулярно раз в год тоже там Настя инициирует. Мы ездим куда-то за пределы офиса, устраиваем сессии брейншторминга, стратегические сессии. Она говорит, не каждый раз мы как бы, у нас вот такая проблема, что мы вроде что-то там делили, а потом, ну, из этого мы ничего не делаем, потому что мы входим снова в свои какие-то рабочие там истории. Тут мы решили, что мы сделаем там совместим, поехали там в среду, выехали на Егорову с командой, соответственно, сделали сессию брейншторминга, а потом через неделю, на следующей неделе, с понедельника, мы вот часть из этих историй, ну, какие-то другие, которые мы делали на брейншторминге, и остальные сделали на хакатоне. Ну, сейчас я расскажу, что получилось, что не получилось. Вот, значит, про брейншторминг, кстати, тоже вот в одном из этих курсов я узнал, как правильно делать брейншторминг, там было классное исследование, что на самом деле то, как традиционный народ понимает брейншторминг, когда вы там сидите вместе, там одновременно генерите идеи на доску, не очень хорошо работает, потому что не все люди высказываются, есть некоторые байсы, когда вы там, вот, кто-то начинает одну тему, как бы якорь такие говорить и выцепляете за это, то есть. И мы попробовали такой необычный формат, мы просто сидели по кругу, молчали, каждый просто писал на листочке там идеи проекта, идеи фич, которые он хочет внедрить. Потом мы по кругу рассказывали друг другу, что соответственно, придумывали, что это такое, без критики, просто там нужно было объяснить, что это такое. А потом там поведали и делали закрытые голосования, то есть у каждого было сколько-то там стикеров. Мы, соответственно, выписали эти идеи там на постеры большие, стикеры наклеивали на... У каждого там было 5 стикеров, наклеивали на идеи, и дальше у меня была идея, что мы возьмем там какой-то топ, разобьемся на 3 команды и как-то их проработаем. Но на это у нас времени не хватило, я полностью планировал, первый раз это делал. Но часть из этого, наверное, вот из больших проектов мы, наверное, в этом году будем делать, которые там в хакатон должны вписываться. Вот. А часть из них мы сделали на хакатоне. Ну, к сожалению, опять же, за неделю у нас тоже, вот из того, что я начну с неудачных моментов, да, мы, к сожалению, у нас там был важный запуск до этого, и мы там половину народа у нас что-то фиксило, там часть народа у них были важные задачи, они не готовы были, ну, там нужно было сильно отвлекаться, то есть не получилось, к сожалению, там всю команду сконцентрировать на хакатонских задачах по разным причинам. Вот. Я думаю, что надо как-то в следующий раз это продумать, но если чуть заранее знать, и там продуктовый запуск так спланируешь, что у нас не было релизов там за один день важных до хакатона, и, соответственно, заручиться поддержкой тоже смежников, чтобы они там сказали своим там разработчикам мобильного, которых в этот раз не было, у них там были важные какие-то запуски. Вот. И всем остальным вовлечься, это было бы гораздо круче. Еще мы там все предлагали сесть по командам, но выяснилось, что это решение самоорганизации не очень работает, у нас пара человек только пересела, и, в общем, надо реально заранее менеджерам просто узнать, кто с кем в какой команде, и сказать, что там вы сидите здесь, Ну, я думаю, что в следующий раз так попробуем сделать. Вот. Ну и из позитивного момента, что реально я почувствовал, что сильно больше людей тебе стало что-то говорить, ну, про фичи, и вот люди, которые приехали там на брейншторминг, на хакатоне, они стали сильно больше делать, ну, в моем субъективном ощущении, думать на продукты, как-то там, смотреть на него с точки зрения там, наших пользователей, больше эмпатии. Вот. Плюс мы реально придумали какие-то фичи на брейншторминг, про которые раньше мы не думали, что их надо там делать, внедрять, сейчас их даже там внедрили, ну, если не на хакатоне, то чуть позже, на хакатоне у нас получилось сделать для большинства прототипа, для некоторых полностью делать бэкэнд, но там выкатывали мы их потом, там некоторые почти сразу, некоторые вот, ну, докатывали через какое-то время. Ну и сейчас думаем, как нам переформатировать.
транслировать там это в следующий раз. Ну и последняя нестандартная практика, мы сейчас расскажу. Мы, значит, с командой, так мы делали путешествие, мы решили, что мы хотим пользоваться нашим продуктом. Вот, мы в прошлом году первый раз выехали вместе с ребятами, там нас было четверо из тех, кто захотел. Мы там в режиме четверга по утру понедельника пили тур в Красную Поляну, там очень есть крутой комплекс город апартаменты, в котором вы можете там и жить, и работать, потому что там большая достаточно общая зона, нормальный Wi-Fi относительно. Вот, и мы в режиме, что мы там с утра катаемся на лыжах, вечером работаем, но с захватом выходных. Получается очень неформальное общение, мы это сделали в прошлом году, в этом году мы такое решили сделать традицию, поехали второй раз. Немножко переформатировали, сделали больше, меньше старались программировать, ну, кроме как в рабочие дни, а больше старались общаться именно с друг другом на неформальные темы и на темы каких-то продуктовых идей. И я могу сказать, что там вот в офисе у меня такого точно общения с ребятами никогда не получалось. То есть я от них много откровенных каких-то вещей услышал, которые даже повлияли на то, как я потом, ну, внутри там носил обратную связь и там как-то менял какие-то процессы. Вот это очень крутая тема. Рекомендую. В Сочи ездить очень дешево. 10 тысяч рублей платите дешевле, чем какой-то выезд. Там, я не знаю, Хилтон, Новая Рига в Москве. Вот, вы можете просто взять, купить тур, приехать в замечательные апартаменты, кататься на лыжах. Мы даже думаем, сейчас я хочу сейчас всех уговорить, что этим летом поедем. Потому что там очень крутая погода, до моря недалеко, и, в общем, очень дешево. Я смотрел, за 7 тысяч человек можно тоже поехать там на 3-4 дня, вот, и поработать там. Это очень крутая тема, и там очень классно и красиво. Рекомендую. Увлеченность повышается. Вот. У меня, наверное, все. Я теперь хочу скорее послушать вас. Какой у вас был интересный опыт, что вам помогало, что не помогало? Да. У меня скорее... Можно? Можно вопрос, да. Микрофон. Вот запись просто идет, чтобы это сохранилось. Ты сказал, что кто-то из ребят соглашался на какие-то сессии, на хакатон. Ну, то есть часть команды, как я понимаю, в этом не участвует. Не привело ли это к расслоению тех, кто, вот, смотрите, я за продукт, а вот остальные вот, ну, на стороне? То есть, получается, в любом случае какие-то группировки должны возникать, скорее всего. Ну, такого точно нет. Скорее, у меня, знаешь, какая есть проблема? У меня есть проблема с тем, что я пытаюсь понять, а как мне сделать так, чтобы в следующий раз больше захотеть. То есть у нас даже в Брейшторм захотели поехать не все. И, ну, лиды все захотели, там, а часть разработчиков фронтенда, например, они как-то, ну, чего там, в Брейшторме, куда там ехать, там, что-то работает. Ну, и вот для меня следующая задача, это как сделать так, чтобы эти ребята тоже сами захотели поехать. И я их заставлял, они хотели ни в какой, ни в Брейшторм, мы никого не заставляли, это чисто добровольная эта история. Вот. Они не чувствуют себя обделенными, на самом деле, никто их там за эту команду не ругает, то есть у них есть право, если есть ребята просто, которые, ну как сказать, им интересен технологический стек, они реально фигачат, но они совершенно не про пользу, не про продукт, это может быть тоже нормально, но к ним никто из этого хуже не относится. Но мой опыт подсказывает, что если они при этом еще про продукт думают, то это вот вообще супер. То есть, да. Меня зовут Степан. Вопрос такой. Вот эта вся история, это про единоразовые брейнштормы и так далее. Был ли опыт на ежедневной основе поддерживать вовлеченность команды? Ну, из того, что мы делаем, ну, как бы это... так скажем, у нас появилось, когда я пришел, мы сделали такие R&D-встречи, когда у нас разработка встречается раз в неделю все вместе, но, к сожалению, тоже не все ходят из фронтенда, там, потому что мы в одну комнату просто банально не влезаем. Но весь бэкэнд, тимлиды, менеджеры приходят, и там такой формат. Тоже я вот из этих курсов на конце узнал, что на самом деле есть некоторая симметрия информации. Вы, когда владеете какой-то информацией, вы думаете, что все остальные ее тоже вокруг знают. Вот. А это часто не так. Вот. И для того, чтобы это побороть, встречи по-хорошему надо организовать так, чтобы все по кругу рассказывали про то, что есть у него. И на этих встречах, на бэкэндерских, там всякие формальные процессы мы вынесли, ну, в офлайн, то есть, а вот на этих встречах я рассказываю сначала, какие были новости в продукте, что происходит, что идет. То есть каждый менеджер, разработчик, на самом деле, говорит, что он делает, чем он занимался, и мы обсуждаем какие-то проблемы. Получается, курал, который на уровне всей команды. Да, то есть курал, когда говорит не один человек или два, а все говорят по чуть-чуть. Ну, я не знаю, сколько это сильно помогает. И вторая проблема, что не кажется, что помогает, но проблема, что у нас не все туда ходят, мы не можем просто физически сделать. То есть есть у нас отдельно еще курал, когда туда может прийти вся команда, но там все не говорят. На этой встрече все могут говорить, но туда я не могу привести совсем всю разработку. Поэтому тут как бы, ну, я не могу сказать, что мы пришли к какому-то оптимальному соотношению, просто какие-то шаги. Да. Спасибо тебе большое, очень интересно. Я как раз хотел дополнить то, что ты говорил. Вот мне помогает, когда мы на дейли, ну, вот на каждый день, я просто продуктовые задачи выношу на доску, и все видят их, и они берутся в спринт как задачи. И получается, команда воспринимает продакт-менеджера не как какой-то человек, который там бизнесом занимается, а как, блин, он же с нами в спринте, вот же его задача. Он каждый раз на дейли рассказывает, и получается, вовлеченность из-за этого увеличилась. Ну, лично у меня есть опыт визуализации канбан-доски, который видит все, начиная от SEO, кончая отделом продаж.
Канбан-доска как визуализирована для всей команды, это, конечно, очень круто, но при этом дейли и скрам, они все-таки подойти от дела, они будут всю организацию, неважно, это Яндекс или стартап. Но в целом, да, я согласен, что визуализация тех задач, которые делают больше, это очень важно. У тебя, скорее, еще идея в том, что ты как клиент тоже показываешь, что ты делаешь. На каждом скраме ты говоришь, что я сегодня буду делать, и команда будет. Ну, здесь интересно. Да, правда. Ну, можно. Спасибо. Да, спасибо. Смотрите, мы попробуем к тебе, ко всем кто-нибудь сталкивался в своей ежедневной деятельности с выгоранием после очень крупного релиза или фичи именно команды. И то есть как их реанимировать, реабилитировать и вообще привести к жизни, когда ты очень сильно ограничен в ресурсах, ну, в плане материальных, в плотностях, то есть у тебя практически нет влияния. Вот, это моя история, вот моя проблема сейчас. Меня зовут Илья, я Да. Есть ровная правда некоторая. Она отчасти связана с русской ментальностью, отчасти не только, но как бы то ни было. То, что разработка идет циклами. Да, у тебя и вовлеченность людей, и усилия, которые прикладывают команда, она идет циклично. Как правило, это релиз к релизу. На это можно закрывать глаза, но в общем, хорошо не закрывать, а наоборот подстраиваться. У тебя можно поставить какой-то график такой, не очень синусоидный, ну так, он начинает возрастает усилия, возрастает напряжение, возрастает работоспособность. Две недели до релиза, сейчас я спим, на работе, значит, это все. Релиз прошел, и надо понимать, что после этого будет спад. С этим ничего нельзя сделать, потом будет. Не надо там эту воду волноваться. Ну, то есть волноваться, конечно, надо, но надо это принять. Спад будет. Кстати, про спад, я прожила мотивацию людей. Ну, то есть люди устали настолько, что они, в принципе, не хотят работать, или просто немножечко не хотят быть там. Непонятно, ради чего они делают. Нет, они понимали, ради чего они делают. Они, в принципе, гордятся тем, что они сделали как разработчики, как дизайнеры. Вот. Но они, как сказать, они не видят, ну, они ожидали какую-то благодарность от компании материальную. Я не знаю, кто им ее обещал, лично я не обещала, но у них были в голове сформированы такие ожидания. Вот, а компания как бы, ну, особо не готова, чтобы подавать, то есть я вела эти переговоры, ну, там, с руководством на протяжении всего, конечно, всего релиза, давайте выделим каких-то людей, давайте их наградим, давайте там должность, деньги, может быть, поездка, может быть, еще что-то, ну, то есть компания глухо, и сейчас я вот оказываюсь, ну, зажата между двух агрессий. Ну, да, с одной стороны, команда говорит, вот, мы, значит, ваши мягкие все сделали, а компания нас не любит. А пользователи любят? Ну, смотри, мы обсчитали только предварительные результаты, да, там все, в принципе, неплохо. Вот. Я думаю, через две недельки можно будет финансовые результаты показать. Вот. После этого еще раз зайти. Ну, просто обычно у меня, например, помогает мотивация команды со стороны пользователей, что люди этим пользуются, это кайфово, это прет, нравится. Ну, да, есть отзывы пользователей, в принципе, там нас оценивают из 5 где-то, ну, там, не 4, это неплохо. То есть, что мы полностью изменили парадигму, в том числе опыт старых пользователей. Ну, для команды это не является там мотивацией на 100%. Как бы усталость очень велика. Очень коротенько скажу реплику. Тут есть два составляющих. В математической форме сейчас буду говорить, что быстро было. Две составляющих успеха. Первое, вот эти вот циклы усталости и так далее. Надо, в общем, их делать разумными по времени. И они не могут быть двух неделями, они не могут быть годовыми. Там. Для нас работают примерно там, такие сложные релизы, там, длительностью порядка двух месяцев. Да? Это первое. Второе, само собой, там должна быть отдача. К примеру, мы не очень приветствуем премии вот в таком прямом выражении. Да, но мы, если человек работал много, потом переработал, вот мы знаем, что будет спад, мы легко даем акулы, человек потом приходит день, приходит два, может быть, неделю, потому что он до этого вкалывал, и само будет спад. Вот. А поддерживать-то будет? По очереди я буду. Все-таки я в итоге пока, ну, услышала только консультацию факта, что да, бывают спады, и не услышала, что же делать дальше. Я вам про нашу рассказать, собственно, подстрана. Мы... Если назад, у нас была как раз похожая ситуация, когда у нас были жестких темпах итерации, когда вся команда фигачила над этим продуктом. Мы просто, да, вот, через 3 месяца, 4 месяца этого марафона, мы просто вместо того, чтобы выплачивать премии, мы вывезли эту команду в Египет. И, во-первых, это по деньгам примерно то же самое оказалось, как купили в этот тур, там получилось 20 тысяч рублей на человек, примерно те же самые премии. Просто дело 20 тысяч рублей, это, ну, приятно, но это не та сумма, вот, прям пошел, купился, что не верит. А iPhone будет как раз 20 тысяч. А, во-первых, Египет, неделя, не оплачиваем, как бы, оплачиваемый, чем, не включая в их отпуск, и это, как бы, с точки зрения тимбилдинга повлияло, то есть на сплочение команды. Ну, и в целом люди выдохнули, то есть когда ты бежишь, тебе нужно просто остановиться. То есть если ты бежишь, разрелизил, побежал дальше, ну, это действительно приводит там, к демотивации, к падению прозрачности, к увольнению человека, к выгоранию. Но, опять же, не всем это подходит, потому что, там, как бы, это нужно уже организовать. Но
И мы, конечно, практикуем там каждый раз, но просто стараемся сильно не доводить. Если у нас получаются такие ситуации, когда все фигачат на протяжении месяца, видим, что команда выгорает, то, естественно, пытаемся что-то сделать именно совместный отдых. Но лучше, конечно, не допускать такие ситуации, когда люди просто приходят в выжатом состоянии. Ну, специфика бизнеса просто. Значит, выделяется бюджет на... Поэтому выделяется, значит, просто бюджет на совместный отдых, возить их в горы. Там, заранее их... только. Ребята, простите, я сейчас вот мешаюсь. Ребята фигачили, вот просто проговорю, что вы сказали. Ребята фигачили 4-5 месяцев, овертаймили все, вот все. И вы в конце говорите о том, что размер премии при этом, то есть люди не видели свои семьи, там все, вы говорите 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей в IT, да? Я не говорил про то, что они там не видели свои семьи. Нет, ну просто вот, то есть, вот как бы это в любом случае будет демотивировать. 20 тысяч рублей это еще ничего. У нас говорят, вообще ничего не получится. Ребят, нет, так а что вы тогда хотите от этих людей? Вы хотите, чтобы они еще что-то делали? Я вам сейчас тапки писать начнут, понимаете? Ну, реально, это. Там главный директор, и там произнесет большую речь о том, что вот конкретно эта команда, там нас конкретно спасла, там как бы, ну, то есть не обязательно же никакая. Держите, денег нет. А чего спасла?